Целый год я путешествовал с монгольской армией как посланник Ордена Троицы. Их хан – великий воин, хоть и язычник. С моей помощью они повергали в прах народы, сжигали города, убивали правителей. Все для того, чтобы найти пророка. Бойня, которую мы устроили на Руси, не была напрасной. Мы наконец-то нашли карту. И вот этим самым утром, после стольких месяцев в горах, мы увидели дома посреди зеленой долины, окруженной льдом. Мы нашли Китежград. Я пообещал хану великие богатства, ему этого было достаточно. Но настоящая победа будет одержана во имя Бога, когда мы сотрем ложь пророка с лица земли. И, наконец, святой источник будет нашим. Людям из города в долине мы пообещали напасть с рассветом, но сами двинемся с восходом луны. Погоним перед собой Хашар. Пусть пленники Запада заслоняют нас от врага. Их мало осталось после перехода по горной дороге, но все должны служить Орде. Город манит нас. Он как долгожданный дар. Мы заберем свое и вернемся с добычей.
здесь скифские элементы, но... похоже на... Нет, не может быть. Попробуйте их остановить. В лучшем случае выиграем для тебя время. До встречи на той стороне. Палата душ. Святой источник должен быть там. Похоже, путь в центр города пролегает через эти врата. Я потерпел неудачу. Мне не искупить грехи. Я мыл руки кровью, чтобы найти пророка, и теперь бессилен. Атака обернулась осадой, и люди пророка сделали невообразимое. Направили орудия на ледники и погребли свой собственный город под лавиной. И монголы, и люди пророка погибли под снегом. Хан и его орда мертвы. Улицы Китежа усеяны трупами. В ледяном сердце города в живых остался лишь я. И армия бессмертных пророка рыщет по руинам в поисках выживших. А в их глазах горит дьявольский огонь. Уж не знаю, каким я ожидала увидеть бессмертное существо, но Яков такой человечный. Сколько он, должно быть, повидал за эти годы? Эти знания и опыт просто сложно представить. И все же он лгал своим людям веками. Все ради того, чтобы сохранить тайну. Бессмертные патрулируют улицы.
Нельзя попадаться им на глаза. Наконец-то мне удалось убить одного из бессмертных. Я следил за ним весь день, дожидаясь, когда он останется один. Он как будто почувствовал, когда я спустил тетиву, будто услышал ее звук. На его стороне была сила, на моей ум и вера. Моя стрела пронзила его тело, но он сражался до тех пор, пока я не попал ему между глаз. И даже после этого ему удалось ранить меня перед тем, как я проломил ему череп. Тело его охватили языки пламени, и он обратился в пепел прямо у меня на глазах. Прошли часы с момента его смерти, а пепел все еще тлел, потрескивая и искрясь в темноте. Не думаю, что на этом с ним покончено. Источник оказывает невероятное влияние на каждого, кто соприкоснется с ним. Я должен знать, что будет дальше. Древнее резное изображение языческого бога. Может быть, божества плодородия? Ему много тысяч лет. Кусок кремня в мешочке. Для разведения огня. Монгольский воин должен был быть готов ко всему.
разбили врата. Thank you.
поможет нацелить трибюшет. Надо пробить врата. Идет, наверное. Пора стрелять. Получилось. Еще до того, как ты родилась, я чуть не потерял тебя, Лара. Но ты не сдавалась. Ты хотела жить и дышать. Ты сжала кулачки и закричала на всю больницу. Более прекрасного звука я в жизни не слышал.
В тот снежный вечер я вернулся домой и зажарил себе стейк. Выпил полбутылки виски, попытался смастерить снегоступы из теннисных ракеток и уснул в обнимку с котом, чертовски счастливый. Я слышала эту историю раз 10 и еще столько бы слушала. Если бы только она не кончалась. Если бы у нас было больше времени.